Самаре стали меньше нарушать закон. За последние полгода совершено чуть более 9 тысяч преступлений. Это на 1000 меньше, чем в 2015-м. При этом раскрывают каждое второе. Снизилось количество краж автомобилей, ДТП и преступлений в отношении детей. Больше задокументировали преступления экономической направленности, прежде всего тяжких, особо тяжких составов. Больше задокументировали преступлений, связанных с получением взяток в крупном размере. Подрос у нас и профессиональный уровень сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Я думаю, это стало следственным. Вырос уровень подростковой преступности, причем по всем категориям, в основном это кражи. Бытовых преступлений стало больше на 20%. Кроме того, в этом году полиция начала работать с новой структурой власти, общественными советами и управляющими микрорайонов. 355 участковых есть на территории городского округа Самары, 355 управляющих микрорайонов. За каждым общественным советом сегодня закреплен участковый либо работник полиции. Я думаю, что именно это взаимодействие даст очень хорошие результаты. Перед управляющими и полицией поставили задачу бороться с незаконным оборотом алкоголя, следить за так называемыми разливайками будут все так же пристально. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, «События».